От бытовых вопросов до глобальных. Практически с любой проблемой можно обратиться в прокуратуру. Залили квартиру, не почистили дороги и тротуары, в больнице удержали и не выдали лекарства или средства реабилитации, задержали зарплату или пенсию. Со всем этим разбираются сотрудники прокуратуры, потому что одно из главных направлений их работы – надзор за исполнением законов. По социальным правам граждан однозначно надо обращаться именно к нам. Защита прав предпринимателей – это тоже наш основной вид деятельности. Если граждане стали свидетелями нарушений в сфере закупок, бюджетного законодательства, вот, то есть такие нарушения. Ну и, в принципе, в сфере ЖКХ, нарушения в сфере труда. Это мы однозначно занимаемся надзором за выплатой заработной платы. Некоторые происшествия в Сарове тоже привлекли внимание прокуратуры. Например, сотрудники наложили штраф на директора подрядной организации, которая делала ремонт детской музыкальной школы. А за срыв работ в парке по улице Сосина директоры и вовсе отстранили от обязанностей. Кирилл Семенов рассказывает, что в городе также нередки случаи кражи с банковских карт. Наша деятельность, она далека от телевизионной романтики. Работа прокурора – это тяжелый труд, потому что действительно высокие нагрузки и большая ответственность за принятие решений и постоянно работа с людьми. Вот поэтому, конечно, в данном случае нам приходится работать и допоздна, и без выходных. И главное – уберечь себя от профессионального выгорания. Сегодня российская прокуратура отмечает свое 300-летие. История ведомства началась с указа Петра I от 12 января 1722 года об учреждении органов прокуратуры. И по сегодняшний день в числе приоритетных направлений прокуратуры остаются борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и интересов граждан. Хотелось бы поздравить всех работников прокуратуры с этим днем. Соответственно, пожелать им семейного благополучия, успехов в дальнейшей деятельности, карьерного роста. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.